В этом году будут проведены большие по объему ремонтные работы сразу в нескольких школах и детских садах. Андрей Иванов подчеркнул, что необходимо очень внимательно контролировать строителей, чтобы качество выполненных объектов соответствовало всем нормативам. На следующую планерку также выносим вопрос, смотрим динамику, что изменилось за неделю. На ваши приемки обязательно пригласим глав поселения и вместе с главами принимать объекты. Если в школах проходят масштабные работы, это и замена окон, система электроснабжения, входных групп и зон рекреации, то в детских садах особое внимание уделено территории и внешнему облику. Так, в некоторых дошкольных учреждениях будут отремонтированы крыши, заборы, ступеньки, фасады и игровые площадки. Основные виды работ и основное финансирование в этом году направлено на детские сады, где с точки зрения комфорта и удобства, если он отсутствует, самая уязвимая аудитория – маленькие дети. Поэтому мы приводим в порядок благоустройство территорий, кровельные работы проводим, замена оконных блоков. Остаются считанные дни до начала учебного года. Основные работы должны быть завершены к 1 сентября, подчеркнул глава муниципалитета. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».